Министр России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов с рабочей поездкой посетил всесезонный горнолыжный курорт Архыз. В сопровождении главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова Лев Кузнецов осмотрел поселок Романтик, где в настоящее время введены в эксплуатацию более 40 объектов инженерно-коммунальной и горнолыжной инфраструктуры. Около 15 километров горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа, система искусственного снегообразования, система снижения склонов, гостиничные объекты на 418 мест размещения. Министр пообщался с руководителями объектов, сервиса и туристами. По итогам рабочей поездки была достигнута договоренность о совместной работе по дальнейшему развитию курорта.